Все меньше времени остается до любимого многими времени года. Через месяц с небольшим в Тверскую область придет зима. Можно будет вновь лепить снеговиков, кататься на лыжах, посещать катки. Разнообразный зимний досуг подразумевает долгое нахождение на улице, что в сильные морозы чревато переохлаждением. А потому особое внимание следует уделять подбору теплой одежды. Приобрести по-настоящему стильную куртку или парку, в которой будет комфортно при любых отрицательных температурах, можно на нордической выставке в Твери. Непростая ситуация с распространением коронавируса накладывает свой отпечаток на все сферы нашей жизни, в том числе и на экономическую. Пандемия привела к тому, что цены на многие товары и услуги заметно выросли. При этом уровень доходов остался на прежнем уровне, а где-то даже понизился. Не стал исключением и рынок одежды. Введение ограничений и обеспечение мер безопасности увеличили нагрузку на организацию логистики. К этому добавились операционные расходы магазинов, которые по требованию Роспотребнадзора обязаны регулярно дезинфицировать помещения, предоставлять клиентам маски и перчатки, а также обеспечивать соблюдение социальной дистанции, что значительно уменьшает покупательский трафик. И все это в преддверии зимнего сезона, когда многие жители нашей страны, памятуя о трескучих русских морозах, стремятся утеплиться как следует. Но беспокоиться не стоит. В этом году в Тверь впервые приехала нордическая выставка. Это региональная программа для северной части России, которая преследует две цели. Привести в регионы новейшую коллекцию верхней одежды от ведущих мировых производителей и сохранить оптовую цену практически без изменений. Многие бутики и магазины предпочитают выставлять свою продукцию на прямую продажу. За счет этого ведется экономия на аренде, на большом количестве персонала. И в связи с этим даже одна вещь по цене опта. На выставке представлены лучшие изделия из стран, где знают, что такое холод. Канадские Аляски, сверхтеплые арктические пуховики финского и норвежского производства, шубы из скандинавской норки. Кроме того, на выставке можно приобрести итальянские дубленки из натуральных кожи и меха, а также классические кожаные куртки немецкого производства. За счет современной технологии терморегуляции в этой одежде вы будете чувствовать себя комфортно как в минус 10, так и в минус 50 градусов. Кроме того, эти вещи невероятно стильные. Курточка мне понравилась, такая светленькая, овчинка, тут наполнение козий пух, ну, в общем, села по размерчику очень даже неплохо, ну и цена приемлемая. Торопитесь, нордическая выставка будет работать до 31 октября включительно.